На этот раз принцесса прибыла из японского порта Хакудате. Судно прошло под русским мостом и пришвартовалось у причала морского вокзала рано утром. Но иностранные туристы тихоокеанского лайнера поспешили выйти и поздороваться с Владивостоком, его жителями и, конечно, журналистами. Все они с готовностью делились своими планами на приморскую столицу. Мы сегодня просто пойдем по рынкам, купим чего-нибудь на память, чтобы запомнить что-то о самой стране, ну и о городе. Да, и тут довольно мило. Мы собираемся прогуляться по городу, и мы очень хотим увидеть здешние старые дома, старые здания и затем вернуться на борт. Это мое уже третье по счету путешествие в Россию. Я здесь, чтобы увидеть музей на подводной лодке и покататься на поездах. Я люблю рельсовый транспорт, это будет здорово. Рядом с причалом им устроили торжественную встречу. Отдельного внимания гостей из-за рубежа удостоились красавицы в народных костюмах. Для тех, кто рискует потеряться и не успеть на борт, здесь же стойка туристско-информационного центра Приморского края. А рядом с ней выставка мольбертов от Краевой государственной картинной галереи. Правда, сами произведения вроде как можно купить и унести с собой. Например, на круизный лайнер. Это произведения современных владивостокских художников, молодых художников, тех, которые творят здесь и сейчас. Они запечатлевают виды Владивостока и его окрестностей. Это искусство очень актуальное, это искусство то, которое можно и хочется унести с собой. К слову, в прошлый раз судно посещало Владивосток в 2015 году. За три года лайнер прошел реновацию. На носу появилась новая ливрея компании в виде морской девы. И несмотря на то, что лайнер пришел в приморскую столицу лишь на один день, иностранные туристы успели оценить приморское искусство и посетить основные достопримечательности города. Следующий пункт назначения бриллиантовой принцессы – Аомори, центральный порт Японии. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, новости на восьмом.